Божие, самые искренние и самые желанные для каждой мамы слова сегодня не перестанут звучать с этой сцены. Уважаемые женщины, наши любимые, родные, нежные, милые, от всей души мы поздравляем вас с праздником, с Днем Матери! Сегодня совершенно особенный праздник, посвященный человеку, с которым связаны наши первые успехи. Человеку, которому мы впервые признаемся в любви и которому бесконечно всю свою жизнь мы готовы говорить «спасибо». Самые нежные и искренние поздравления сегодня принимают все мамы нашей страны. И в знак огромной любви, признательности и бесконечной благодарности талантливые дети нашего города дарят вам праздничный концерт. Итак, друзья, нашим дорогим и любимым мамам посвящается. Je suis pas la peine à faire le même accord.
рабочим Настя Разина. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» с любовью, прочитанной мамой в детстве. Встречайте, друзья, на сцене образцовая балетная студия.
преддверии Дня Матери в детских садах и школах проводились различные вопросы. Вопросы, которые задавали детям, конечно же, были посвящены мамам. И вот, как ответили ребята на очень простой вопрос. Что значит для тебя мама? Вот одна девочка отвечает. Это значит, она любит меня и ценит. Моя мама очень красивая. А вот молодой человек говорит. Это значит, добрая, веселая, красивая. А моя мама самая любимая, всегда поможет, приласкает. Она меня очень любит, все время хорошая. Мама – это значит, что она очень родная, близкий человек. Мама, чтобы рождать детей, чтобы папу кормить и меня нужно. Вот так кто-то ответил. И, конечно, это близкий человек. Лучший друг. Согласитесь, что эти детские слова самые искренние, самые добрые и правильные, правда? Аплодируйте, это говорят ваши дети, правда? Ну и, конечно, девчонки и мальчишки высказали свои пожелания мамам в этот праздничный день. И они звучали так. Я бы хотела пожелать маме здоровья и счастья. А кто-то желает счастья, удачи, отдыха и шопинга. Вот так. А еще желают, чтобы мама не болела, чтобы ей не снились кошмары на всякий случай. И чтобы оставалась красивой, с хорошим вкусом, доброй, всегда любила меня и папу, ответил так кто-то. И, наконец, самое популярное высказывание, чтобы у мамы была хорошая работа, и она всегда росла, и чтобы было хорошее настроение. Вот такие пожелания высказали ваши дети. Ну а мы, конечно, присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравлениям. Ну а прямо сейчас своим хорошим настроением с вами поделится солистка студии эстрадной песни «Мелодия» Глория Кирова. Встречайте! Золотые волосы, зонтик на стол.
наша сцена превратится в настоящий птичий двор. Встречайте образцовый ансамбль танца «Улыбка». За детство, твою любовь и нежность рук, ты мне оставила в наследство палитру чувств и сердца стук. На сцене театр танца «Эдельвейс». Узнавать умею я.
Сегодня в нашем зале пришли поддержать своих детей, которые выступают на этой сцене. А как мамочки гордятся своими детьми, как переживают и волнуются за них, и как радуются, когда ребенок достигает успеха и становится лучше. Юные артистки, которые прямо сейчас появятся на этой сцене, очень обаятельны и талантливы. Встречайте, солистки студии эстрадной песни «Мелодия» Настя и Даша Амеличевы. Ваши аплодисменты! Сегодня все вопросы, но...
Наши Амеличевы! Наверное, каждый согласится с тем, что нет ничего прекраснее радости матери, склонившейся к младенцу, уснувшему у нее на груди. Нет ничего тревожнее бесконечных бессонных ночей и несомкнутых маминых глаз. Но ко всем сложностям мамы всегда подходят с воодушевлением и даже юмором, потому что для матери истинная радость хлопотать над своим чадом. За беспокойство, нежность, любовь и вашу бесконечную заботу мы сегодня благодарим вас. Ну а со сцены своим творческим подарком вас благодарит образцовая студия моды «Дейли». Встречайте! Тогда, когда качали их в колыбели. А детям, разлетевшимся из родительского гнезда, порой даже некогда позвонить и приехать. Друзья, но сегодня ведь праздник. Так давайте же хотя бы в этот день мы будем особенно внимательными к своим родителям. Давайте заедем в гости, просто позвоним. А давайте прямо сейчас мы достанем свои мобильные телефоны и напишем короткое смс-сообщение самому нужному нам всем человеку, маме. Достаем телефоны активнее, друзья. Достаем, достаем. И показывай мне. Давайте, чтобы зал засветился сегодня. Так, я вижу, засияли телефоны. Кто не успел сегодня поздравить своих мам? Печатаем самое нежное, самое ласковое поздравление от всего сердца. Печатаем? Нет, не печатаем. Давайте, друзья, мам сегодня своих поздравим? Обязательно! Отлично! Ну а пока вы печатаете нежное сообщение маме, для вас выступает коллектив эстрадно-бального танца «Энергия». Встречаем! Встречаем!
данной песни мелодия Варвара Тупикова. Ваши аплодисменты! Варвара Тупикова!